Всем доброе утро. Вот такой вот завтрак. Я понимаю, что как бы это тоже сладко, я хочу похудеть, но я поняла для себя, что в отпуске я не похудею в любом случае. Поэтому сейчас буду есть пока все вкусненькое, а потом приезжаю через 3 дня домой, и начинается другая жизнь. Котики, слушайте, хочу вам показать, как теперь удобно гладить. Блин, что ж оно не фокусируется. Паром. Вообще просто теперь никаких проблем для глажки. За секунду все отпаривается. Вообще круто, теперь нет проблем абсолютно для глажки. Так, котики, я встретила Настю. Сейчас будем делать красоту, снимать наряды. В общем, будет интересный контент. Смотрите потом. Я все ссылочки на Настю оставлю. Так, сейчас ищем локации разные. Посмотрим, где лучше снять. Вот так работаем. Да, да, вот так, отлично. Так, котики, у нас еще одна фотосессия, и мы сейчас будем фоткаться здесь возле окна. Посмотрите, какой образ. Я ссылочку на наряд оставлю. Очень классно, прям вообще. Наш образ. Сейчас будем продолжать снимать домохозяйку на самоизоляции. В общем, котики, смыла губы, этот позорный розовый цвет. Это, а мы сейчас кушаем. Это вина себе взяли. Ну, в общем, закончилась фотосъемка. 2 часа мы снимали. Очень интересные такие какие-то придумали моменты. Смотрите, Настя очень круто придумывает. Она вот, знаете, я вообще не вижу, что так можно придумать. Она раз, так прикольно. Вот. Так что... С фотографом надо активнее. Да, с фотографом нужно всегда контактировать. А завтра приходит Ира. Мы с ней не знакомы тоже. Это тоже я всех девочек выбирала по этим... по работам. Мне понравились их работы очень. Поэтому я захотела с ними сотрудничать. Вот. Посмотрим, что будет завтра. У тебя там косточка. А у меня кость только вот эта, видишь, я оставила. Нет, просто ты жопа и все. Жопа. Вот это ответ мужа. Это я понимаю. У просто я научился. Жопа. У тебя научился. Слушайте, ну это мы все доедаем шашлык. Да, самостоятельно. Это мы все доедаем шашлыки. Ну что, приятного нам аппетита. Да, малышка. Малышка нам сегодня помогала в фотосессии. Прям молодец. В общем, котики, а ну подойди сюда. Давай. Дочь, иди. Сейчас я покажу, какой красивый мы ей купили этот, как это называется, их? Сарафан. Сарафан, комбинезон. Комбинезон. Ну, наверное, это сарафан или комбинезон? Сарафан. Посмотрите, сарафан, да? Юбочка здесь вот эта. Сарафан. Да? Сарафан, да? Очень крутой вообще, прям такой красивый. Мне нравится. Я бы себе такой хотела. Мы вышли в магазин здесь вообще рядом. Сегодня такая... А завтра у нас будет фотосессия с утра, да? А потом... Что у нас по плану потом? Полазить по твоему этому? И на велосипеде.
на велосипеде покататься и на веревочный домик, он, да? Веревочный городок он называется, да? Будем там лазить. Поймала ты. Вот так вот дочь отдыхает, здесь сидит, кушает. Ленте как устроила себе в спальне. Прям такой столик поставила. Классно, Ленте как свет включила. Здесь снимает видосы, как она рисует. Да, Кись? Я сейчас не снимаю. Да я вижу, что ты не снимаешь, просто отдыхаешь. Все, кыш-кыш. Ну все, пока, Кись. Доброе утро, котики. Я сейчас иду... снова краситься. Мне муж сделал кофе. Сейчас будет завтрак. Кофе с персиком. И быстренько бегу на фотосъемку. Сегодня приходит девчонка Ирина. Я вам про нее говорила. Будем интересные очень съемки делать. Вот. В общем, все как всегда. Ребятки, наконец-то Ира приехала, я вам за нее рассказывала уже. Привет всем! Сейчас... Сегодня будем делать крутые кадры. Да, у нас тут несколько локаций, которые хотим освоить. Сейчас начнем с бассейна. Постараемся мой большой живот куда-нибудь деть на фотках. Модель намочили, спортом заниматься заставили. Все заставили, все надо делать. Так что, девочки, нужна физическая подготовка. Я тот фотограф, который заставляет много работать, потеть и худеть. Но очень секси получается. Так, котики, идем на следующую локацию. Будет цветной дым. А дым, наверное, с той стороны или с этой? Я это даже приближу. Ребят, ну съемки в дыме, в дыму получились шикарные. Это... Но, о боже, как он воняет, ребята, просто... От меня сейчас как от огромного бенгальского огня воняет. А это, блин, залетел. Залетела, вылетай. О, мышка залетела какая-то. А это классно все сняли вообще. Если бы я еще позировать могла хорошо, вот это было бы вообще это. Но я рассказала, что есть очень хорошие кадры, особенно возле бассейна. Ну там правда круто получилось. И мы поняли, что секс это не мое на фотографиях. Что у меня милота больше, знаете, а секс это все-таки не мое. Короче, секс не мое, ребят. Так, а теперь я быстренько иду завтракать, потому что я еще не завтракала.